Тихо. Ой. Да где это мы? В средневековье. О, средние века! Это же крутанская романтика! Это же время рыцарей, колдунов, драконов! Нет, это время чумы, антисанитарии и отсутствия гражданских свобод. А, ну тогда это еще круче! Сабина была вчера на казни. Нет, вчера целый день с чумой провалялась. Ну, будь здорова! Мельной мед любого с ног собьет. Это средство перед боем, труса сделает героем. Жители города! Что может быть интереснее казни и вкуснее меда? Только рыцарский турнир, потому что там все и сразу. Ой, по ходу дела намечается что-то веселенькое. Куда? По договору крота, Лосяшек Апатыч должны быть здесь. Доспехи, покупаем доспехи. На мальчика, на девочку, эсочки, эсочки, подходи. А мне, пожалуйста, набор веселый еретик и куководу. Свяжите нас, свяжи нас! Может, они и там? Вот это я понимаю, безвыходная ситуация. Крош! Крош! Шор, сюда! Я нашел на бесплатные места! Ух ты, настоящий турнир! Объявляем начало соревнований за главный приз турнира! А наш спонсор – городская медоварня номер один. Правильный мед от правильных пчел. На всякий случай предупреждаю, на стенде представлен муляж. О, смотри! Ух ты, медведи на лосях! Сяд! Клево, но унизительно. В средние века лоси были не такими, к которым ты привык. Тут они просто тупые, ездовые животные. А ты-то откуда знаешь? Это было в описании туров. Хе, Лосяшу это не понравится. Думаю, он уже в курсе. Итак, встречаем первого претендента на победу! Ёлки-иголки! Что вы себе позволяете? Вас здесь не стояло! Да я за мёд! Горой устали! Вам не кажется, что ради бочонка мёда риск несколько неоправдан? Не болтай особо! Ты ж знаешь, инквизиция говорящих лохей не жалует! О, моя прелесть! Его противник! Никогда, никем, нигде не побежденный черный рыцарь из черных Мед, 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 мед
противоположную от победы сторону. Совершенно не хочется быть победителем посмертно. Ох ты, как шустро! Отдохни чуток и в атаку! Нет! Я еще слишком молод! Только не сейчас! Не это! И не так! Если бы ты прочитал договор внимательнее, то вряд ли бы стал посылать старину Лосяша в среднее... Крош! Крош! Вернись назад! Лосяши, ты напрасно паникуешь! Мне только прицелиться нужно! Похоже на голос Кроша. Что? А ну, пущайте обратно, ироды! Пережитки феодализму! Подумаешь, назвал маму судьи ведьмой! Я ж не буквально! У вас что, чувство юмора чума отбила? Открывайте, я говорю! Копатыч? Э? Крошик, и ты тут? Копатыч! Эх, какое у тебя измученное лицо! Тебя что, били? Нет, всего лишь... Несколько лет пытались съесть. Вот попадись мне тот, кто это устроил. Я его... Копатыч! Крош, это я! Настоящий! А, Крош? А это? А это так, Шорк! А? Временной парадокс! Долго объяснять. Будем считать, что я его дальний родственник. Ага, очень дальний. Понятно. А где Лосяш? Я уже целую неделю тут, ну и без капли меда, соответственно. Вот и решил выступить всего-то разок. А по правилам поединка сахатый проигравшего достается победителю. Ты чего, лося проиграл? Крош. Ну, это, вот так вот, все. Да ты посмотри на него! Что это за безответственность? Проиграть лося за какой-то бочонок меда! Понимаю, если б за ящик морковки.